Хотел показать на примере окна на первом этаже, как мы делали перемычки. То есть мы ставили уголок, снаружи 10 сантиметров запиливали блок под лицо со стеной. Потом шел пенопласт и заливали бетоном. Вот, и с внутренней части еще 5 сантиметров блок. Вот. Сейчас покажу, как мы чуть-чуть видоизменили, чтобы это проще было, потому что с уголком больше заморочек. Надо выпиливать, и все равно блоки они на металле не держатся. Вот, сейчас на втором этаже мы чуть-чуть изменили это все. То есть мы будем без уголка делать. То есть вот эти вот все перемычки с той стороны. Вот, мы заготовили сразу блоки, запилили. Сколько они тоже? Десятки, да, Сер? То есть все те же самые размеры, 10 сантиметров. Вот, и с одной стороны, с нижней, мы их уже все перевернули. Ну, давай вот сейчас... я вам покажу. Да, Серега сейчас нам перевернет, ради того, чтобы мы посмотрели. То есть получается, мы сразу весь размер выгнали, все перемычки. И с нижней стороны мы заштробили арматуру. Арматура какого сечения? Какая была? 14. Ну, 14 пожестче, чтобы было. Может, 12. То есть одна жила по центру. Вот, положили, обмазали и дали ей высохнуть. То есть прошел день. Вот мы сейчас на следующий день, вот они все перемычки лежат. Вот, единственное у них минус, что они в одну сторону ломаются. То есть, ну, понятно, что... Да, то есть у нас вот так вот, то есть она держится, если в другую сторону она вывернется. Потому что у нас только снизу арматура. Вот, в принципе, нам это и достаточно. Вот, все, будем ставить перемычку без уголка. И сразу будем заливать, ставить опалубку. Опалубку уже вот приготовили. Сейчас будем морозить все. Вот такое маленькое видоизменение у нас на втором этаже получилось. Ну, конечно, идеально V-образные профиля. U-образные. Ну, у нас их нету. Все на этом.